COVID-19 атакует человечество теперь уже новым штаммом под названием Кракен. Он появился в США и в начале 2023 года проник в Испанию. Теперь европейцам стоит приготовиться, потому что распространяется вирус крайне быстро. Он не сильно отличается от предыдущего с точки зрения, например, что он также вызывает не самое тяжелое течение заболевания. В то же время у него появились новые мутации, особенно на поверхности шиповидного белка, которые обеспечивают его устойчивость к иммунитету, который выработался в ответ на вакцинацию или в ответ на перенесенную инфекцию. В Европе заражение кракеном фиксировали уже в Испании, Дании, Франции, Австрии, Нидерландах, Германии, Италии и других странах. Пока что случаи единичные, но европейцам уже стоит приготовиться. Похоже, кракен способен уклоняться от защитных механизмов иммунной системы и поражать даже вакцинированных и переболевших предыдущими вариантами коронавируса. То есть вакцины все равно, конечно, работают и защищают от инфекции, но их эффективность снижается, и, конечно, мы все ждем новых версий вакцин. Так же, как от гриппа, каждый год появляются новые вакцины, которые защищают от актуальных штаммов. Также, в принципе, со временем мы перейдем к тому, что будут поступать в гражданский оборот вакцины, которые защищают от самых последних штаммов COVID-19. По словам эксперта Казанского федерального университета, опасность данного вируса заключается в том, что всплеск заболеваемости совпал и без того тяжелым сезоном гриппа и ОРВИ, что может перегрузить больницы. Амир Ахтямов, Универньюз.